Здравствуйте. Все юные птицеводы встречались с такой проблемой, что курицы не несутся. Сегодня я расскажу, из-за чего куры могут не нестись. Из-за условий содержания. Если куры перестали нестись зимой, то нужно увеличить световой день. Правильный световой день должен быть 14 часов. Но включать освещение нужно только после того, когда курица перелиняла. Может быть, из-за того, что плохое кормление у куриц. В этом случае нужно проверить рацион питания у куриц. Рацион питания. Давать им витамины, ракушку, сухой комбикорм вечером, утром мешанку. Куры могут еще не нестись во время линьки. Нужно исключить из рациона зерно. И птицы быстрее восстановятся. И кладка яиц снова будет прежней. Такую курицу нужно кормить 3 раза в день. Еще, может быть, куры расклевывают яйца. Это уж точно все встречали, что вообще нету яиц. Курицы просто расклевывают их. Это нужно проверить. Ложить деревянное яйцо. Или магазинное в гнездо. И если будет расклевано, ну деревянное ведь не будет расклевано, то все равно будет видно, если курица клевала, то нужно найти такую курицу, которая клюет. Ее отсаживают и смотрят, если яйценосность не восстанавливаться, значит, ни одна курица расклевывала яйца. Что еще? В курятнике может быть тесно, и курицы тоже не несутся. На 5 куриц должен быть 1 квадратный метр. Давать курицам траву, мелко измельчить. Зимой давать крапиву засушенную. Ее размачивают вместе с комбикормом и дают. Это делать утром, перед первым кормлением. Что же еще? Я желаю вам удачи. Смотрите мои следующие видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.